вчера мы разговаривали о неисправностях данного автомобиля. Это F-Type, еще раз повторюсь, да. Вот, соответственно, пробег у него всего лишь 34 тысячи километров. Мотор застучал и показал нам, как говорится, в простонародье, еще раз повторюсь, кулак дружбы. Мотор мы уже демонтировали. Машину мы уже с подъемника сняли, чтобы она не влияла на дальнейшие процессы в нашем автотехцентре, чтобы наши клиенты всегда были довольны скоростью оказания и качеством наших услуг. Соответственно, вот как он выглядит без двигателя, коробка наша дорогая. Данный двигатель, его разобрали, значит, по выявлению неисправности муфты уже как посмотрели, проверили, они все целые. Цепи стоят уже новой модификации. То есть это новое исполнение. Сейчас тоже покажу, в чем разница старые и новые. То есть цепи уже менять, в принципе, для экономии можем не менять. Головки на удивление целые, несмотря на то, что здесь рассухарился клапан от удара, это шестой цилиндр. Пострадали только клапана, ну и, скорее всего, направляющие самих клапанов. То есть я думаю, что ремонт именно этой головки будет не особо дорого, несмотря на то, что такой ужас притворился с этим двигателем. То есть могу даже вам показать то, что в принципе головка, мы ее, конечно, замерим на, соответственно, введенная она, не введенная, на наличие микротрещин, но, скорее всего, она нормальная. То есть поменять только клапана. Муфты, я сказал, нормальные. По мотору вторая головка блоков цилиндров в нормальном состоянии, но мы ее тоже для уверенности отправим на проверку на наличие микротрещин. Соответственно, цепи, вот как я говорил, сейчас покажу, уже стоят нового образца. То есть, в принципе, они еще могут походить. Ну, а вот шортблок придется, скорее всего, поменять. Ну, и новый шортблок, в отличие от дизельного Discovery, либо Range Rover, да, трехлитрового, соответственно, практически в два раза дешевле. Но в наличии нету нигде, придется заказывать. Я думаю, в течение месяца мы, если клиент согласует, мы соберем этот автомобиль.